Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Гондик ТВ. Сегодня я вам расскажу про очередную бесплатную лимитку в Roblox. Но перед началом попрошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Я очень хочу набрать 100 тысяч подписчиков и очень надеюсь на вашу помощь. Все, что вам нужно сделать, просто нажать кнопочку «Подписаться». Ну и давайте начнем. Игра, в которой можно получить эту лимитку, называется Hello Tokyo Friends. Ссылочка, как всегда, будет в описании. В этой игре сейчас можно получить вот такую лимитку «Шляпа Каллиопы Мори». Тираж этой лимитки 15 тысяч копий. Чтобы ее получить, мы должны выполнить задание в игре. Если вы получали предыдущие лимитки, то некоторые квесты у вас могут быть выполнены, как у меня. Если вы впервые в этой игре, то вам нужно выполнять эти задания с нуля. Итак, нам нужно купить 10 косметики, найти все 12 информационных стендов в портале Modern Tokyo и также получить 800 монет. Все это я вам подробно расскажу и начнем по порядку. Расскажу, где купить 10 косметики. Вот здесь в лобби есть магазин. Именно здесь мы и будем покупать эту косметику. Но на самом деле это не косметика, просто немножко кривой перевод. Это вот такие вот предметы. Стоят они по 100 и 200 монет. Поэтому для начала вам необходимо накопить эти самые монеты. И потом уже вы сможете сюда зайти и купить эти предметы. С этим понятно. И теперь бежим в портал, который называется Modern Tokyo. Находится он вот здесь. Здесь по всему плейсу расположены вот такие голубые монетки, которые мы и будем собирать. Нам нужно собрать 800 монет. Независимо от того, сколько монет у вас было до этого, вы должны собрать ровно 800 штук. И также вам нужно найти 12 информационных стендов и взаимодействовать с ними. Я покажу, где все они находятся. Вот первый информационный стенд, сверху над ним вращается буква И, поэтому их видно издалека. Просто подходите, взаимодействуйте и потом бежите дальше искать следующий стенд. У меня часть квестов выполнена, поэтому сейчас мне это не засчиталось, так как с этим стендом я уже взаимодействовала. И давайте покажу, где находятся остальные. Также по пути между стендами обязательно собирайте монетки.
Окей, это был последний стенд. Второе задание у меня завершено. Теперь мне нужно купить еще 5 косметики и собрать 800 монет. Но сейчас у меня собралось 500 монет, и я могу пойти купить что-нибудь в магазине. Отправляемся в магазин, для этого телепортируемся в лобби, также есть портал. Заходим и просто покупаем. Можно покупать абсолютно любые предметы, но я буду брать самые дешевые по 100 монет. Просто любые 5 предметов берем и покупаем. Отлично, смотрим. Все здорово, первый квест нам тоже засчитался. И теперь осталась самая долгая часть, это набрать 800 монет. Для этого вам нужно будет вернуться в Modern Tokyo, собрать 800 монет. И потом, просто зайдя вот в этот магазин лимиток, вы нажимаете претензия, клейм и забираете свою лимиточку. Это все очень просто, но займет какое-то время. Поэтому желаю вам терпения в получении этой лимитки. Также, ребята, всегда рекомендую перед началом получения лимитки проверить, остались ли еще копии, чтобы не тратить время зря. Ну а все ссылочки я оставлю в описании, не забудьте поставить лайк под видео, а также подписаться на мой канал. Буду вам очень признательна. Ну а на сегодня все, пока-пока!